Здорово, Сэм. Начальник тебя уже ждет. Бойцы, встать! Сегодня к вам прибыл герой войны, серьезный Сэм Стоун. Прибыл он по моей личной просьбе, чтобы вы воочию увидели того, кто спас всех вас, и без кого вас бы сейчас здесь не было. Рад видеть, Сэм. По приказу вышестоящих чинов я присваиваю тебе медаль Героя войны и отпускаю на пожизненный оплачиваемый отпуск от службы. Если бы не ты, мы бы сейчас здесь не стояли. На этом все. Ты свободен, Стоун. А вы, господа, задержитесь. Нас ожидают еще несколько важных вопросов. Например, кто-нибудь из вас слышал про пилу? Маньяка, что так и не могут поймать. Кто-то спас от смерти. Как ты видишь, прямо сейчас ему грозит опасность. Он так же, как и ты, без помощи, находится в ловушке, полностью обездвижен. Если ты попытаешься что-то предпринять, ты сделаешь только хуже. Но ведь ты бесстрашный, серьезный Сэм, не станешь просто смотреть, как он погибает. Смерть, Сэм, выбирать тебе. Играть.
Что это происходит? Что? Спаси меня, пожалуйста! Я не хочу идти! А? Не надо! Нет, я не хочу умирать! Нет! Что происходит? Что? Нет! Я не хочу сам! Пожалуйста, спаси меня! Спаси! Я не хочу, пожалуйста, нет! Нет, спаси меня! Я не хочу умирать! Стоун, это хреновина меня убьет, мать твою! И снова здравствуй, Сэм. Я слышал, что у тебя силен дух и крепкая сила воли. Что ж, исходя из предыдущей игры, я сделал вывод, что все это... В любом случае, ты помнишь Бранда, Сэм? Генерал, что обманул и предал вас. Из-за него погибла куча людей. В том числе и твои друзья. Мог погибнуть и ты. Но ты выжил. Столько смертей всего из-за одного предателя. И что ты сделал? Ты отплатил ему. Смертью. Я тебя понимаю, но каждый человек достоин жить в этом мире, и никто не вправе забирать чужие жизни, какими бы плохими они ни были. Наркоманом, преступником, все имеют право жить. Согласен ли ты со мной? Прямо перед тобой находится солдат армии обороны Земли. Почему он тут? Не без причины. Он предатель, такой же, как и Бранд. Из-за него погиб целый батальон твоих коллег. Некоторых из них ты даже знал лично. Не будем раскрывать подробностей. Ровно через минуту орудия, что находятся напротив, начнут огонь на поражение. Предатель. Зарешечен и погибнет, как и те, кого он предал, раскрыв планы армии захватчиков. Впрочем, все может закончиться куда быстрее. Ты можешь его убить самолично, либо освободить. Жизнь или смерть. Выбирай. Игра началась. Сэм! Пожалуйста, подойди! Помоги мне, чувак! Мать твою, ты так и будешь медлить, что ли? Твою мать, Сэм! Подойди сюда! Стоун, Сэм, послушай меня. Я не знаю, что этот чувак тебе сказал, но это ни хрена не правда. Просто... Выпусти меня из этой хреновины! Твою мать, ты меня серьезно оставишь здесь? Стоун, умоляю, выпусти меня отсюда, чувак! Ладно, это правда, я это сделал, но... Ты не можешь меня оставить вот здесь! Ты ведь не такой, пожалуйста! Ты же долбанный герой, выпусти меня из этой хреновины! Да пошел ты нахуй, долбаный ублюдок! Ты не герой, ты кусок говна, чтоб ты сдох, ёбаный хуесос!
Я не могу двигаться! Помоги мне! Видимо, ты решил, что щадить предателя такое же предательство, как и ожидалось. Ладно, забудем про войну, забудем про предательство. Все же, война и ужасы позади. Так ведь, Сэм? Другое дело. Семейные отношения. Ты знаешь, кто это? Это твоя младшая сестренка, Саманта. Во время вторжения она служила в совершенно других регионах, но показывала себя не хуже тебя. Вы ведь не виделись именно с тех пор? Кажется, да. Ты можешь задаться вопросом. Почему она здесь? Чем она это заслужила? Я тебе отвечу. Прямо сейчас она закована в мое последнее изобретение. Я называю это креслом острых клинков. Да, да, мои названия не столь креативны, как твои. Как ты их называешь? Панчлайны? Неважно. Оказалось, она тут потому что сбежала. Да, ты правильно понял. Она сбежала с поля боя. Чем обрекла на смерть несколько лучших солдат. Только она могла спасти их, но не сделала этого. Теперь спасти их может только родной брат. Но справится ли он? Уверен, она не сомневается в тебе, Сэм. А теперь послушай внимательно. Ровно через минуту после конца этой записи крепления этой гигантской конструкции под потолком ослабнут, и она устремится вниз. Твою сестру уничтожат. Как и тех солдат, которых она бросила. Или ты не позволишь этому случиться? Игра началась. Сэм! Сэм, я не могу двигаться. Помоги мне. Ты ведь не бросишь меня. Не бросишь свою сестру, верно? У тебя нет причин не доверять. И уж тем более не помочь мне. Ты не оставишь меня, Сэм. Умоляю, выпусти меня. Ты же можешь это сделать. Что тебе мешает? Слова этого урода? Сэм, я ведь дорога тебе так же, как и ты мне. Прошу, прошу. Пожалуйста, спаси меня. Я не могла им помочь. Не могла. Я не виновата. Прошу, помоги мне, Сэм. Мне так жаль. Я ничего не могла поделать. Не могла. Прошу, Сэм. Сэм.
смог простить и пощадить предателя, что раскаялся в содеянном на твоих глазах. Даже твоя любимая сестра погибла просто потому, что ты ничего не сделал. Что это происходит? Что? Спаси меня, пожалуйста! Я не хочу идти! А? Не надо! Нет, я не хочу умирать! Нет! Что происходит? Что? Нет! Я не хочу, Сэм! Пожалуйста, спаси меня! Спаси! Я не хочу, пожалуйста! Нет! Спаси меня! Я не хочу умирать! Нет! Не надо! Я не хочу! Ты закончилась? Слава Богу! Господи, я жив! Двигай сюда, ну! Стоун, эта хреновина меня убьет, мать твою! Молодец, Сэм. Ты прошел первое испытание. Ты оказался разумнее, чем я мог подумать. В любом случае,
чуть не ты. Но ты выжил. Столько смертей всего из-за одного предателя. И что ты сделал? Ты отплатил ему смертью. Я тебя понимаю. Но каждый человек достоин жить в этом мире. И никто не вправе забирать чужие жизни. Какими бы плохими они ни были. Наркоманом, преступником. Все имеют право жить. Согласен ли ты со мной? Прямо перед тобой находится солдат армии обороны Земли. Почему он тут? Не без причины. Он предатель. Такой же, как и Брандт. Из-за него погиб целый батальон твоих коллег. Некоторых из них ты даже знал лично. Не будем раскрывать подробностей. Ровно через минуту орудия, что находятся напротив, начнут огонь на поражение. Предатель будет изрешечен и погибнет, как и те, кого он предал. Раскрыв планы армии захватчика. Впрочем, все может закончиться куда быстрее. Ты можешь его убить самолично. Жизнь или смерть? Выбирай. Игра началась. Сэм, пожалуйста, подойди. Помоги мне, чувак. Мать твою, ты так и будешь медлить, что ли? Твою мать, Сэм! Подойди сюда! Стоун, Сэм. Послушай меня. Я не знаю, что этот чувак тебе сказал, но это ни хрена не правда. Просто выпусти меня из этой хреновины! Твою мать, ты меня серьезно оставишь здесь? Стоун, умоляю, выпусти меня отсюда, чувак! Ладно. Ладно, это правда, я это сделал, но... Ты не можешь меня оставить вот здесь! Ты ведь не такой, пожалуйста! Ты же долбанный герой! Выпусти меня из этой хреновины! Спасибо! Ты все-таки спас меня! Спасибо! Мне жаль. Слушай, мне правда очень жаль. Я тебе до конца жизни обязан, Стоун! Этот ёбаный психопат! Спасибо, Сон. Huh.
Сэм, я не могу двигаться. Помоги мне. Сэм, я не могу двигаться. Помоги мне. Ты ведь не бросишь меня. Не бросишь свою сестру, верно? У тебя нет причин не доверять. И уж тем более не помочь мне. Ты не оставишь меня, Сэм. Умоляю, выпусти меня. Ты же можешь это сделать. Что тебе мешает? Слова этого урода? Сэм, я ведь дорога тебе так же, как и ты мне. Прошу, прошу. Пожалуйста, спаси меня. Я не могла им помочь. Не могла. Я не виновата. Прошу, помоги мне, Сэм. Мне так жаль. Я ничего не могла поделать. Не могла. Прошу, Сэм. Сэм. Стоп, 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 все, снято. Сворачиваемся, надо переснимать эту сцену. Такими темпами нам никогда не успеть к 19 числу. Вот знаешь, у тебя как-то непонятно получилось. У тебя кто-то выжил, кто-то умер. Может быть, попробуем снова? Попробуем снять так, чтобы ты спас всех. Ну или чтобы наоборот, чтобы ты не смог спасти никого. В общем, давай попробуем и посмотрим, что там выйдет. Давайте, ребят, за работу, будем переснимать.
Сэм! Сэм, я не могу двигаться. Помоги мне. Ты ведь не бросишь. Не бросишь свою сестру, верно? У тебя нет причин не доверять. И уж тем более не помочь мне. Ты не оставишь меня, Сэм. Умоляю, выпусти меня. Ты же можешь это сделать. Что тебе мешает? Слова этого урода? Сэм, я ведь дорога тебе так же, как и ты мне. Прошу, прошу, пожалуйста, спаси меня. Я не могла им помочь. Не могла. Я не виновата. Прошу, помоги мне, Сэм. Мне так жаль. Я ничего не могла поделать. Не могла. Прошу, Сэм. Сэм! Ты сделал это? Остановил эту хреновину, Сэм? Я знала, что ты сможешь. Субтитры сделал DimaTorzok.